Всем привет, рада видеть вас на моем канале. Мы опять открываем посылки. Пришла очередная посылка с интернета. Но по коробке большими буквами написано, с какого сайта. Но не суть, это просто сайт-распространитель, который просто развозит товары. Я заказывала зимние ботинки фирмы Bearfall. Такие уги. Сейчас посмотрим. Огромная коробка. Список. Вот, так выглядит фирма, которую я заказывала. Сейчас будем открывать коробку. Посмотрим. Бумажка. Еще одна бумажка. Они любят накладывать всякие шоколадные. И вот так вот выглядят уги. И прикольно упакованы в пакетики. Можно носить в больницу. Ну да, вот такого темного коричневого цвета. Несколько слов хотела сказать. Бирпо — это американская фирма, насколько я поняла. Я зимой дико мерзну, и поэтому мне нужны были супер теплые сапоги, которые вообще, не знаю, не промокают и вообще супер качество. И я думаю, что они такие будут. Они сверху натуральная замша, внутри овечий мех, и стелька, и сам лайнинг. И на подошве это резиновая подошва, так что... Но надеюсь, что они не будут сильно промокать, потому что у нас очень-очень холодная, очень мокрая зима. Постоянно снег, там сугробы и всякое такое. Вот, сзади лапки. Я хотела, конечно, темного такого серого цвета, но не было размера. Поэтому я взяла темно-коричневые. Они, наверное, будут выглядеть как, почти как черные. И я их взяла так побольше на, может быть, не на размер, но на пол размера больше я брала. Потому что это зимние сапоги, мало ли там... Надо будет супер теплый носок туда поддеть или еще что-то. Вот так они выглядят на ноге. Наверное, нехорошо ставить ноги на стол, но ничего. Короче, не знаю, я очень довольна. Они супер теплые, супер удобные, такие все прям тапочки-тапочки. И они стоили со скидкой 69 евро на оригинальном. Ну, на сайте именно этой фирмы там нету скидки сейчас, они около, может быть, 100 евро стоят. Но я думаю, что это будет очень клевая покупка, что я буду носить долго. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Распаковывайте с нами следующие посылки, которых еще будет очень много, потому что я шопоголик. И хорошего дня!